И мы продолжаем. Резонансное происшествие ДТП в соседнем Клину. Без погибших, даже без пострадавших. Но предполагаем, что несмотря на профессионализм его участников, не так просто отмахнуться от простого человеческого. Ну не дай бог. Эти кадры сняты в четверг утром. Машина уже пустая. Члены экипажа Клинской ГИБДД, как окажется, целые, невредимые среди коллег. На месте их заместитель начальника. От комментариев отказывается. Узнали нарушителя и все. Узнали нарушителя. Без камер объяснит, участок опасный, при погоне за нарушителем сложилась аварийная ситуация. Чтобы избежать столкновений и других жертв, полицейские ушли на обочину. Результат маневра вы видите сами. Вторичных жертв ДТП тоже удалось избежать. Движение перекрывали, но ненадолго, пока работал эвакуатор. Судьбу нарушителя нам узнать так и не удалось, как и серьезность самого нарушения. Как известно, риск собственной жизни полицейские воспринимают как часть профессии. Насколько это оправдано в этой ситуации, неизвестно. Да и объективного ответа вряд ли дадут даже эксперты.